Приветствую всех любителей настольного тенниса. Сегодня в рубрике «Прикольное видео» еще один розыгрыш от Семешина Павла. Смотрим. Во время розыгрыша мало того, что мяч задевает сетку, так еще и попадает на край стола сбоку. Но Павел успевает достать мяч и послать его в обвод сетки на стол соперницы и выигрывает очко. Если понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всего доброго!